Страна готовится к одному из главных праздников – Дню Победы. Особо тщательно к нему готовятся в Москве. Задействованы все структуры, в том числе и постоянное представительство Якутии. Подробности далее. Бородинское поле дважды становилось судьбоносным в истории России. В 1812 и 1841 годах тут решалась судьба страны, и дважды насмерть здесь стояли якутяне. Ежегодно с памятной миссией сюда, в деревню Ельня, приезжает якутская делегация. Возлагаются цветы к братским могилам всех погибших воинов. Проходит поминальная молитва и проводится торжественный митинг. Героизм молодого человека, который приехал из далекой Сибири защищать столицу своей родины, это уже считалось подвигом. Я хотел бы от имени главы нашей республики, от имени правительства республики и народа Якутии сказать слова искренней благодарности за тот бережный уход, за ту память о наших ребятах, молодых ребятах, которые в 1941 году полегли здесь в боях за свою родину. Сохранить любовь и гордость, то, что никому не понять, чем сильны мы, россияне, наш большой великий народ. Здесь, у деревни Ельня, более 2000 лучших сынов Якутии доблестно сражались в рядах 5-го сибирского полка, 72-го, 136-го, 108-го и 160-го кавалерийских полков. Им не суждено было вернуться на родную землю, но память о них будет жить в веках. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.